Раз, раз. Короче, торговец, который сапоги продает, да? Он, по-моему... Еще бы вспомнить, блядь. Я уже пипец забыл все. Путь ворона. Нет, по-моему, вот тут что ли. Давай посмотрим, я не помню. Короче, нужна лока, где там такая церковь посередине, как бы, Локи. А и вокруг нее в разные стороны пути. А вот здесь это или нет, я хрен его знает. А, да, ну здесь. Блин, зря я отдохнул. Идиот, зря я отдохнул, надо было не отдыхать. Вот, вот, вот туда надо, короче, да? Угу. Сейчас я переключусь на этого. Пошустрее гуляет. Ты там был по-любому. Потому что там не побывать, точнее, невозможно. Но то место ты легко мог скипнуть. Потому что оно... Блин, тут опасно этим персом бегать. А, кстати, тут еще секретка есть одна. Вот когда вот сюда залазишь, вот там вот, вон там. Бережок такой есть, и непонятно, как туда попасть. Еще есть... Вот здесь лут лежит, непонятно какого взять тоже. Я, кстати, этот секрет тоже нашел. Только вот нашел и сейчас вот опять, по-моему, забыл. Ну или нет. Короче, мне в церковь надо попасть теперь как-то. Это самое главное. Как попасть туда, я хер его знает, я не помню. Куда идет? Хер пойми. Видишь, они вообще не реагируют, если ты в сапогах. Ну ты, конечно, сваншотить не будешь, скорее всего, но вообще здесь или нет, блядь? Я не помню. Нужна церковь, короче. А, ну да, вот она. Сюда можно было и по-другому пройти, кстати. И тут, тут какой-то еще секрет был. А, не секрет, а тут была табличка на поле. На ней было что-то написано. Так, нет, не здесь. И я думаю, и там, по-моему, не то, но вот эта табличка. Может, церта хора инцерта. Это, наверное, на латыни. Ну, блядь, из меня латынь-то такая себе. Так, а вот куда идти? Сюда или нет? Я уже не помню. Нет, помню сюда.
Идти надо вот сюда. О, вот если смотреть, вот статуя, лево-право, и это по центру. Интересно, интересно, что я заметил вот сразу практически, что в игре все стоят спиной. Вот ты идешь по локации, они, блядь, спиной стоят. Ну вот эти мелкие, мелкие-то нет, конечно, а вот эти крупные, мощные, они все спиной стоят, блядь. Я еще такой думаю, какого хрена, блин? Оказывается, вот для чего. Так, вот здесь как-то надо так пройти. Вот, и вот там, вон лестница, видишь? Отсюда не пройдешь, провалишься. И вон сундук открытый еще. Так, вот этот дядя, кстати, страшный. А, нет, не страшно. Вот тут вот тетя будет, что-то собачка тут вот это вот. Уже не страшная. Ну, тетя, она по дефолту не страшная была, в принципе. Вот, потом тебя дорога вот сюда ведет, а надо спрыгнуть вот сюда. Аккуратно так. Раз. Два-с. Ну и, собственно, трис, да. Вот здесь вот ворота будут закрытые. Ты вон туда вниз спускаешься. Чувак. Вон туда вниз спускаешься и идешь вон туда. Ну, короче, ищешь проход, а не с другой стороны. Там есть внизу проход, который приведет тебя с другой стороны этих ворот. И вот он, торговец, стоит. У которого уже ничего нет теперь. Все. А, ну, собственно, я могу показать, наверное. Ну да, вот. Тут по воде надо идти, тут как бы не вода, а вон это. Не пойду, а то упаду, умру, ну нафиг, не хочу. Сам найдешь. Это несложно. Ну и все. И больше тут никаких секретов нет. А, ну и выйдешь обратно вот так вот. Не, этот парень клево бьется. Мне нравится. У него... Он так нам разматывает всех просто. Просто кайф. Ну ладно, давай.